Здравствуйте, уважаемые зрители проекта «Осман». Вас приветствует дуэт «Руэль». И мы хотим порадовать всех наших родных и близких, и, конечно же, зрителей, тем, что мы прошли уже во второй тур. А здравствуйте, меня зовут Атай. Сегодня такой день, когда мы не должны плашать, мы должны помогать друг другу. Я сегодня выступаю с группой «Руэль». Насчет нашего оппонента Атай, ну мы зовем его Атайский, он очень добрый, как бы веселый парень. Ребята, Рома и Эльзада, они такие люди, которые не думают о себе, а думают именно о других людях. За короткое время он стал уже родным. Да. Сегодня мы будем петь песню группы «ЛС» «Никогда». И можно даже сказать, что это для нас стало гимном, то есть «Никогда». Никогда не сдаваться, только идти вперед. Здравствуйте. 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 Я Рома, это моя половинка Эля. Ага. Я Атай. Ага, вы, я так понимаю, вы не половинка сегодня? Нет. Вы третий, да? Третий. Он третий лишний. Да. Не лишний, наверное. Но не лишний, так поправил бы, да. Уважаемые члены жюри, можете поддержать нас, помогать, подпевать. И, конечно же, зрители, поехали! Непонятная боль наполняет меня своим ликом безмолвным маня. Я так далеко, я не знаю. Вспоминаю тебя, голубые глаза каждый день изучают меня, и дыхание твое так волнует меня, поднимает меня для тебя. Никогда не потеряю я тебя навсегда. Ты навсегда внутри меня. Для тебя я поднимусь на небеса. Облака найду и позову тебя. Между нами луна. Найду и позову тебя.
теряю я тебя. Никогда. Royal дуэт Иджина Атайга Голчевлар болсын. Сөзді Дарога Алсартовна азаталық. Мне этот номер как-то, не знаю, я, допустим, не сидела и не кайфовала, и меня ваше исполнение, ваш номер не качал вообще. Потому что все мы прекрасно знаем эту песню, да, исполнение какое. И всегда вот ожидаешь такого же исполнения, вот кач должен быть. А вот этого кача не было. Ну, Атая, может быть, как-то более-менее был близок, но все равно это было не то. Поэтому, ребят, сори, мне не понравилось. Карат? Я не скажу, что полный провал, но ближе. Немножко близко к этому вокалу, да? Потому что, ну не знаю, вроде вот такие песни, они кажутся такими легкими, что ау, чего ли, ну вот как реально, как Джидеш говорит, там какой-то вот внутренний грув есть, который вот Элис, они сами по себе чувствовали, да? И они передавали. Арангин, в вашем случае, ну, как-то вот, ну, блин, не влились вы в эту песню, честно. Да, я... спасибо. Самат? А я думаю, что вы влились. Радует, спасибо. Радует. Эркин? Я, вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня, но у меня было впечатление, что я сижу где-то в караоке-клубе, и один более удачливый певец начинает петь, и его девушка берет микрофон и начинает ему подпевать. И в этот момент появляется третий исполнитель, который хочет доказать свое преимущество в этом же клубе, а я все ищу быстрее песню, чтобы быстрее попросить официанта переключить и начать следующее исполнение. Но вот у меня было вот такое вот ощущение. Но вот из всех троих, Рома, я бы, конечно, предпочтение отдал бы вам, но просто как минимум за то, что вы держитесь на этой сцене, и вы знаете, что эта сцена ваша, вы вот на эти 3,5 минуты хозяин этой сцены. Ну, или, может быть, потому что мне и нашим соотечественникам посчастливилось вживую лицезреть, слушать Элес, а позже еще и в исполнении Салта Аширова эту песню. Поэтому вот как-то вот в этом живом сопоставлении, конечно, есть небольшой проигрыш. Ну что там лукавить? Большой Эле проигрыш есть. Сөз қалыстартуында. Біз кеңесіп, ол кескен бармақ ауырмайды дегенде, бүгін бірінші жолы біздің проектінің ұшындай мүмкіншілігі бар, күту барақшасы деген. Сол барақшаға Royal дуэті менен Эркинбеков Атайды азырынча ушул бүгүнкү чыгарылыштын бүтүшүн бүткөнгө чейин күтүү баракчасына жайгаштырууну чечтик. Чоң рахмат, чоң рахмат баарыңыздарга.